Привет, ребята. Давно хотел я начать серию роликов. Что-то она микрофон тихо, что ли? Про интернет сотовый. Появились тарифы корпоративные, как будто без ограничений. Ограничения там есть, конечно. Ну, там не считают вроде как гигабайты. Я просто много не качал, там до 100 гигабайт, может быть, если 100 и больше, там ограничения какие-то начинаются. Пока я не могу столько скачать. В общем, нормальные тарифы, но там, естественно, есть проблемы. Например, вот великий мегафон. На улице скорость хорошая, но в помещении уже совсем по-другому. Я вот чуть уже с улицы пришел. Сейчас посмотрим скорость. Мегафон. Тариф. Ну, неограниченный трафик. Но выключены торренты полностью. Можно торренты смотреть через VPN, но падает мегаскорость. Через VPN падает скорость, поэтому проблемы возникают. Смотреть тяжело. И что еще там? А, в роутеры нельзя вставлять, следит по IMEI. То есть можно раздавать с телефона все, провод, Wi-Fi, раздача, ну, USB кабелем подключать, все работает. Точка доступа, все отлично работает, но в роутере не работает, так как проверяется IMEI. То есть закрытые IMEI проверяется и торренты. Такие ограничения есть. Скорость иногда получше. Предыдущие вот у меня все были Билайн и Теле2. Ну, а иногда примерно то же самое. Вот сейчас, как вы видите, входящее, ну, просто ужас. Может быть, попробовать сервера. Но сервер я, естественно, выбираю. Пинг поганый. Пинг должен быть 30. Он почему-то 40. Так. Сейчас потестируем немножко. Хотя примерно и так все понятно. Входящее, ну, просто ужас. 5 мегабит. Исходящее отлично, я считаю. 30-40. Это такого я не видел у Ростелекома Билайна. Там было около 10 исходящее. Ну и входящее 10-20. Так что вот так вот. Не круто. Сам сигнал отличный. RSSI минус 55 децибел. Ну, это просто идеально. RSRP минус 81, RSRQ минус 4 децибела, CNR 27 децибел. Так, диапазон. Я что-то вот тут не вижу в этом диапазон. В роутере, в телефоне вроде я вижу диапазоны. Сейчас не знаю, где в прошивке, почему-то диапазон, где, что-то не вижу. Странно, прошивка, блин, хорошая, но диапазон, где диапазон, или что за фигня? Что, тяжело сделать, чтобы я видел диапазон, в каком он работает? Так, ну там можно фиксировать. Я сейчас повключаю диапазоны. Так, запись там идет.
Давайте B1, 2100 включу. Он переключает быстро диапазоны. Так, нет, сигнала нет. B3, я думаю, будет. Да, есть. Так, что-то какую-то фигню у меня чуть пыталась выскочить, срань какая-то. Минус 73 децибела в 1800. Так, сейчас скоростушку проверим. Сервер, может, сервер поменять? Сейчас, да. Ну, вроде Dom.ru нормальный. Да, все то же самое. О! Ого! Входящая-то поправилась. Ну ты чё падаешь? Двадцаточка ж была. Упал. О, исходящая 7. Ну, я диапазон фиксирую, если кто не понял. В нормальных модемах диапазон фиксируется. 15-10. Ну, входящий поднял, исходящий уронил. Так, так, что еще? Так, сервер, да, поменять. 15-10. Что тут еще можно сделать? Не, мегафон я не хочу сам выбирать. Че, кто там крутой-то еще? Такой нормальный, не, пилком что-то так себе. Что, МТС? О! О, 20, отлично, отлично, пинг. Там от 20 до 30, круто. А, падает, падает, блин. Чё падает скорость? 15, 15, 13. Ну, нормально. Нормально. Так. Ну, не круто, как бы, не круто. Так. Это B3 1800. Так, дальше поехали. B7. Меняется диапазон быстро. Это вот зашибись, ничего не перезагружаешь. Так. Вот, минус 59. Сигнал. Все, зашибись. Так. Сервер я не буду менять. 30. Нормально. Хорошо. Начал падать. Входящий. Пятерочка. Ну не пятерочка. Сейчас девяточка. Так себе. Но. Что-то вот исходящий зашибись, вот самый крутой, конечно. Так, ну все, вроде больше я ничего не увижу, вроде только эти два диапазона. Так, ну попробую еще. Это был 2600 B7. Так, B8 900 FDD. Что тут? Не, LTE нету. Тут HCPA. Ну, можно для прикола так посмотреть, что за скорость. Но это как бы предыдущее поколение. 3G.
Чего там 3G-то дает? Сейчас посмотрим. 9, блин. Ну как LTE? 10. Больше LTE. LTE 5 давал. Ну. Так, исходящий. И да. 3. 10-4. Ну, нормально. Ну, как бы, блин, нет, конечно, маловато тоже скорость. Так, даже для 3G. Так, дальше B20-800. Наверное, что не, что тут есть? Да, LTE есть. В B20-м. Фига себе. FDD 800 B20. Первый раз вижу ее. Ну хорошо, сейчас затестим. Сигнал -69. Хороший. 18 пинг, супер. Входящая срань 3. Исходящая 4. Тоже херня. Ну зато потестили. Так, да, прикол. 800. Но у него дальность очень большая, как я понимаю. Так, ну все. Еще только остался 38-й. ТДД. Еще вроде 40-й есть диапазон. Что-то там пытались сделать на 40-м. Аж 38-й. Что-то и на нем есть. Агрегации частот нету у меня в роутере. Нету. Забыл сказать. Пока что не дошел до меня такой роутер. Потом появится. Надеюсь. Так, ну 3G поймал. Не знаю, что смотреть. 3G. Можно так для прикола посмотреть. Ну, как обычно, 3G. Ну, побольше. На 2600 всегда скорость побольше. 14. Ну, отлично вообще для 3G. Ну, исходящая, да, маленькая, маловато. 14.3. Ну, как бы хорошо для 3G. Полосы ровные. Так, ну все, я рассказал. Тарифы там, тариф, это который какой-то для фирм. Ну, и для людей там тоже можно вроде оформить. Я просто пока тестирую. Он там, этот стоит около 300 рублей. Но на самом деле, как бы он 600 стоит. Это типа скидка какая-то на какое-то время. Что я могу сказать в итоге? Качество сигнала отличное. Ну вот пинги, уровень. Но скорость обычная. Единственное, что вот исходящее поразило, вот это 30-40. До этого я не видел. А так все не впечатлило. Там по рассказам, там мегафон у людей, там у всех 100 мегабит беспроводной.
100 тут, 100 сюда, 100 от человека. Ну, здесь категория 4, у меня, естественно, 150-50. Ну, должно быть, значит, было 100, входящий, исходящий 50. Ну, такого нифига нету. Поэтому не впечатлен я, не впечатлен. Так, ну вот такой вот тариф. Можно, как я сказал, там и на фирмы, и на себя вроде оформить этот тариф. Я бы... Ну, можно поиспользовать так, нормально. Ну, конечно, вот эти 5 мегабит входящие, ну, это немножко шок, конечно. Так, ну на этом все. Пока. Да, это потом роутер может появиться какой с агрегацией, но агрегация только на входящую, как я понимаю, исходящему это ничего не даст. Пока просто неохота покупать этот с агрегацией, он стоит там подороже раза в два, а чё мне и так хватает. Вот, всем спасибо, до свидания. Это был обзор сотового тарифа неограниченного мегафоновского в помещении. Это не на улице, в помещении. На улице побольше, конечно, скорость, но я не могу находиться постоянно на улице. Всем до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. У меня еще два таких же тарифа, Билайна и Ростелекома. Правда, Ростелеком не оплачен. Надо бы оплатить его. Вот, потом, может быть, добуду и МТСовскую сим-карту, ее потестирую. Но думаю, никаких чудес не будет здесь. Но все равно интересно было потестировать. Пока-пока.